мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Сегодня начал свою работу 15-й Красноярский экономический форум 2018. Первый день стартовал с молодежной площадки «Поколение 2030», где главная тема – экономика будущего. Представители активной молодежи в различных форматах обсудили создание среды для креативных индустрий, цифровые технологии для экономики будущего, а также провели молодежный кейс-чемпионат «Бизнес-кап». Первый день форума также прошел под лозунгом «Дискуссия в живом формате», который позволяет получать мгновенный отклик от молодежи, участников форума и приглашенных экспертов. Около 1000 человек приняли участие в дебатах, дискуссионных площадках, мастер-классах, чтобы найти новые подходы развития бизнеса и экономики. Из Тувы в форуме принимают участие глава региона, вице-премьеры и отраслевые министры. Напомним, Красноярский экономический форум «Россия-2018-2024», реализуя потенциал, пройдет с 12 по 14 апреля. Участники обсудят образ будущего России в новом периоде. В рамках форума состоится презентация проекта «Енисейская Сибирь» макрорегиона, объединяющего экономические интересы Красноярского края, Тувы и Хакасии. «Енисейская Сибирь» рассматривается в правительстве Российской Федерации в качестве пилотного проекта реализации стратегии пространственного развития России до 2025 года. Макрорегиональный проект будет представлен через несколько крупных проектов, одним из которых является строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагина. Накануне на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел состоялось праздничное мероприятие, посвященное столетию со дня образования военных комиссариатов России. Открыл торжественное собрание временно исполняющий обязанности военного комиссара Тувы Николай Францевич. 8 апреля 2018 года декретом Совета народных комиссаров об учреждении волостных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам были учреждены, соответственно, волостные, уездные, губернские, окружные комиссариаты по военным делам. Это впервые было такое понятие в нашей стране введено — военный комиссариат, военкомат. В первые годы советской власти на территории Советской Республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. 30 декабря 1944 года в ряды военных комиссариатов России влился и наш военный комиссариат, образованный на базе Министерства обороны Тувинской Народной Республики. Поздравил с профессиональным праздником всех собравшихся и глава Тувы. В своем выступлении он отметил, что растущее у молодых людей желание исполнить свой воинский долг перед Родиной стало реальностью. И количество уклоняющихся от службы в армии значительно сокращается. Президентское кадетское училище здесь. Юнармия, молодые ребята, сошкольники сидят. Так и должно быть, потому что они по-особенному к этому относятся. По своему сыну, подростку, знаю, что первое его посещение военного комиссариата для допризывной вот этой вот медицинской обследования, это он воспринял на полном серьезе. И причем отнесся к этому делу очень так внимательно. После посещения военкомата у него было просто море впечатлений и чуть ли не такое ощущение, что будто бы он уже все, в армию ушел. В ходе торжественного собрания состоялась и церемония награждения. В честь памятной даты 4 сотрудника комиссариатов республики, отличившихся безупречным выполнением служебных обязанностей, были награждены благодарностями и почетными грамотами главы республики Тыва. В честь юбилейных мероприятий ведомственными наградами были поощрены также несколько сотрудников личного состава за особые заслуги и отличную службу. Должен сказать, что с началом призыва Сергей Сергеевич, он круглосуточно находится, он живет просто на сборном пункте, постоянно. За что ему огромное спасибо. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России.
Более 60 снежных барсов России получили электронные паспорта. Сегодня в электронной онлайн-базе оформлены электронные паспорта для 63 особей снежного барса, обитавших или обитающих сейчас на территории России. Система содержит изображение ирбисов с автоматических регистраторов с 2010 года, когда фотоловушки были впервые использованы в России для изучения редкого хищника. Система обладает возможностью автоматического распознавания особей ирбиса, которое происходит за счет сопоставления рисунка пятен на шкурах разных животных. Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах, где он обитает. По подтвержденным данным, в России насчитывается около 50 особей ирбисов, 30 в Республике Алтай, 8-9 в Туве, остальные в Бурятии. В Туве впервые за много лет наблюдается рекордный уровень снижения безработицы. Об этом сообщает Министерство труда и социальной политики республики. По официальным данным Красноярск-Стата, за первый квартал 2018 года впервые за 15 лет уровень общей безработицы составил 12,2%. Аналогичный период прошлого года составлял почти 20%. Наблюдается существенное снижение на 7,6%. Таким образом, на рынке труда республики наблюдается значительное улучшение, а именно снижение числа безработных граждан, увеличение числа занятого населения и снижение безработных граждан в центрах занятости. По результатам детального анализа, положительная динамика стала возможной после широкомасштабной работы центров занятости населения с работодателями, так как сегодня органы службы занятости населения работают с ними в ручном режиме. Кроме того, повлияло открытие 55-й мотострелковой бригады и новое швейное производство Тувы, куда трудоустроены более 1000 безработных граждан. Также свои плоды дал проект «Кыштаг для молодой семьи». Тувинский государственный университет получил грант на реставрацию древних петроглифов Тувы. Проект студентов ТУВГУ стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи». На участие в конкурсе было подано свыше 1500 заявок из 85 субъектов России. Проект студентов из Тувы направлен на реставрацию уникальных наскальных рисунков. Планируется пригласить ученых-специалистов, которые займутся восстановлением древнего облика петроглифов. Будут проведены масштабные инженерно-строительные работы по обустройству данного культурного объекта. На выполнение этих работ и будут направлены полученные по гранту финансовые средства в сумме 1 миллиона 570 тысяч рублей. И о курсах валют: доллар стоит 62 рубля 69 копеек, евро 77 рублей 47 копеек. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Сотрудниками уголовного розыска раскрыты два хищения имущества из домов, в совершении которых подозревается один человек. 6 апреля в полицию города Ак-Довурак поступило заявление о краже. 27-летний житель села Кызылмажалык сообщил, что ночью неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в его дом и похитили телевизор и гитару. Семья заявителя крепко спала и не услышала, что в доме находятся посторонние. Еще одно аналогичное заявление поступило от 37-летнего жителя также села Кызылмажалык. Около 4 часов утра неизвестные проникли в его дом и похитили ноутбук и 3 сотовых телефона. Прибыв на места происшествия, полицейские пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен один человек, поскольку проникновения в жилые помещения были совершены одним способом. Злоумышленник использовал топор, чтобы взломать двери. Благодаря предпринятым неотложным мерам оперуполномоченных уголовного розыска полиции Ак-Довурака указанные преступления были раскрыты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили, что к совершению краж причастен 19-летний молодой человек, который нигде не работает и не учится. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. При допросе подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что кражи совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С
10 по 21 апреля в России проходит онлайн-зачет по финансовой грамотности в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо авторизоваться на сайте www.finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми, участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат. По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Туве, по заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике с 19 по 25 марта был отмечен подъем заболеваемости с циркуляцией гриппа А. Всего зарегистрировано за прошедшую неделю 2592 случая обращения в медицинские организации с признаками ОРВИ. Отметим, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1101 обращение. Из общего числа заболевших более 80% составляют дети. Госпитализировано за неделю 272 больных, из них 249 – дети. По итогам мониторинга посещаемости в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях введены ограничительные меры в отдельных группах и детских садах. Карантин введен в 10 детских садах и 20 дошкольных группах. В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, врачи-эпидемиологи рекомендуют продолжить меры профилактики. Это ношение защитных масок при посещении многолюдных мест, проведение утреннего фильтра в детских и взрослых организованных коллективах, использование бактерицидных ламп, частое проветривание и проведение влажных уборок, тщательное и частое мытье рук. Универсам номер 18 по адресу Семирадского 60 к летнему сезону запускает потрясающую акцию. Победитель получит в подарок дорожный велосипед. Условия участия в розыгрыше совсем простые. При покупке продуктов на сумму 500 рублей вы получаете жетон. Чем больше жетонов вы приобретете, тем больше шанс выиграть. Кто станет обладателем дорожного велосипеда, станет известно 22 апреля в 15 часов в универсаме номер 18. Здесь вы можете приобрести рыбную и куриные заморозки, консервы, различные сорта чая, конфеты и печенье в огромном ассортименте для любителей сладкого. Также представлена разнообразная молочная продукция. Все это по доступной цене. Но и это еще не все. Приходите и убедитесь сами. Спешите в универсам номер 18 по адресу Семирадского 60. Приобретайте продукты, получайте жетоны. Обладателем велосипеда можете стать именно вы. Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег с дождем. В Кызыле переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, временами порывы до 15. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +9, +11. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные». С заботой о клиентах.